Сегодня открытие, наконец, нашей детской площадки городской, в парке. Показываю, как все-таки это все получилось, как это все выглядит. Ажиотаж такой. Здесь, конечно, очень хорошо и взрослым заниматься. Теперь можно одевать спортивный костюм. По вечерам, пока дети играются на площадках, на вот таких новых, самой заниматься. Приводить фигуру к летнему сезону в порядок. Сегодня было официальное открытие этой площадки. Ого, какой у вас маленький! Скатывайся, скатывайся. А зачем ты так далеко весь тут? Скатывайся, не бойся. По периметру поставили 12 видеокамер, чтобы обеспечить безопасность детей и сохранность площадок. Такой вот корабль. Поставили для родителей лавочки. Для совсем маленьких площадочек, для детей меньше. Такая лавочка. Моим детям больше нравится здесь. Они все тут.